скажем так, задачку для мозгов интеллектуальных, в том числе немножко на знание английского языка, ну и на представление. Я передам. Руки. Вы за второй ряд голосовать не будете. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Еще раз. Еще раз. Подержите руки, пожалуйста. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 11 вариантов голосов. А теперь вычтем их количество гостей. И претендент на победу. Понятно, вы держали 6. Таких полы как нет. Поздравляем. Спасибо. Удачи, здоровья. Скажи нам. Скажи нам. Сейчас момент ответственный. Давай. У нас оператор занят, а я после места неба. Где у тебя этот? Зум. Зума нету, он ручной. Вот, понял. Ты придумал, придумаешь и вернут. А, кстати, вы можете задать этот вопрос Алексею Громакову. Задаем. Вам очень повезло. Ой, у меня сил не хватит. Там какие-то злодеи нам снимались. Свернули нам камеру, и у нас... Вот она на бок свернулась. Да. Я злодей, когда мимо ходил. Это где? Когда мы снимали, помнишь, на прошлом интервью?